Всем большой привет! Сегодня хочу предложить вспомнить старую добрую закуску грибочки из яиц. Готовится она очень просто, из самых повседневных продуктов, а выглядит ярко и празднично. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! 150 граммов хорошо промытых и очищенных от пленки шампиньонов нарезаем произвольными ломтиками. Одну маленькую луковицу режем небольшими кубиками. Затем разогреваем сковороду, вливаем в нее немного подсолнечного масла и обжариваем там лук до золотистого цвета. Дальше добавляем грибы, солим их, перчим и продолжаем жарить до полного испарения влаги. На это уходит минут 7-10. Огонь должен быть выше среднего. Готовые грибы оставляем остывать, а сами переходим к яйцам. Делим каждое яйцо на две части, так, чтобы одна была меньше, а другая больше. Затем отделяем желток от белка. Меньшая часть – это будет шляпка, поэтому выбираем для нее более ровную и красивую сторону. Теперь складываем шляпки в подходящую емкость так, чтобы они не касались друг друга. Заливаем их полностью горячей крепкой чайной заваркой и даем постоять 20-30 минут. В это время готовим начинку. Измельчаем грибы погружным блендером. Добавляем яичные желтки. Перебиваем еще раз все вместе. При необходимости солим и перчим по вкусу. Кладем примерно пол столовой ложки домашнего майонеза и хорошо перемешиваем. Как сделать майонез дома, смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Когда шляпки хорошо окрасятся, выкладываем их срезом вниз на бумажное полотенце и даем высохнуть. Дальше берем большую часть белка, плотно наполняем ее начинкой. Такую же процедуру проделываем с окрашенным белком. И устанавливаем шляпку на ножку. Если шляпку связали со стороны широкой части яйца, тогда ножку надо ставить на тарелку срезом вниз. Шляпка будет на ней хорошо держаться за счет начинки. Чтобы закуска смотрелась наряднее, раскладываем между грибочками любую имеющуюся под рукой зелень. Вот и все. Красивая праздничная закуска «Белые грибы» готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.